this place for human rights center. Yes. Spring. Yeah, exactly. Другое питання на конт праці вашої організації. I've heard, of course, about the human rights situation in Belarus. Ну, на перше я откажу, на друге Константин Ильич, ты откажешь. Я думаю, физично нормально, но там были достаточно мощные такие нервовые нагрузки. Вот, и весь час я был давление. That was probably the most difficult. And the pressure. Да, да. Ну, але за полгода уже я бы так привык до этой ситуации новой. Ну, я там много писал, коли сидел, да, речь, да. Писал в СССР. Alice used to write a lot in prison, yes? Хотя часу там было вельми мало. Там просто приходилось, что ж працавал в швейном цеху, паковал в образку. I had very little time for writing.